Так, а здесь тут вроде бы все. Беседа просто. Ну, он нас направит... Так, давайте выпьем немножко. Он нас направит на Андерса. Точнее, как направит? Навел на Андерса. Не, ну здесь, конечно, главный герой пьет... Ну, прям как точно, как в Mass Effect. Еще здесь это колесо диалогов, как в Mass Effect. Я не скажу, что это плохо, но... Это нормально, это классно. Ну, плохо, что здесь спиться нельзя. Я пытался спиться, я, наверное, не знаю. Тупо 5 минут подряд это все пил, и вообще главному герою просто пофиг. Такое ощущение, как будто у него иммунитет на алкоголь. Кстати, что это за место? А, подождите, это... Я думал, это задание, а это дебил просто, который яды нам будет поставлять. Том Вайс? Том Вайс, да, привет. Нас всех катакомбы не прокормит. Точнее, всех нас катакомбы не прокормит. Хорошо, до свидания. До свидания. Заказать яды и бомбы. Что? Смотрите, ослабляющий яд. Ага, можно оружие смазать. 30 минут. Ну, не особо прикольный этот. Ну да ладно. Как его, кстати, можно... Ну, как он его наносит? Ага, все, нанес. Окей. 30 минут, вот он. Вот он, этот бафик появился. Так, давайте почитаем это все. Опыт. Опыт нам нужен. Надеюсь, сейчас будет на сложном уровне как-то повеселее, но кошмар ставить это кошмар будет. Вот он, вход в погреб. Блин, я хотел проскипать лишь загрузку. Привык я все скипать, даже загрузки. Бочка. Бочка-ящик. Так. Ага, вот у меня заработало. Ну, теперь они, конечно, покрепче стали. Так, думаю, будет нормально. Просто еще не было таких крупных, серьезных замесов, в которых бы я почувствовал всю боль. И ничего, мы качнемся, мы еще и на тяжелом сыграем. Просто сейчас... моя имбовость заключается в том, что я оделся. Вот, оделся офигенно. Потому что дополнения, они читерские. Они дают офигенные предметы в самом начале. Которые, по сути, даже, я не знаю, я прошел вот немножко больше половины, может, за мага, я их не менял. Разве что одел сильнее, но те же, которые были в сундуке, просто там левел был ограниченный. И все. Вот такая вот имбовость. Так, вот ты сильный паря, я знаю. Чё себе сильный. Так, ну мы... Фига, ты еще и пить умеешь. Вот как меня бесит. Какая-то шлюха последняя. До свидания. Так, Вайк, зачем ты пустил Град Тейл? Они слабаки. Я понимаю, их там трое было рядом. Просто их зарезали. Так, свалим отсюда. Ну, этот квест нам особо не принесет много экспы. Но выполнять квесты надо. О, портрет что-то там. А, блин. Ладно. Семейство. Вот. О семействе. Чё-то там. Правда, я не помню или не знал, как умер отец у них. Ну, Малкольм его звали. Малкольм Хоук. И я не помню, как он умер. Так, давайте обезвредим ловушку. Пока там начинается война, мы... Пошаримся, там возьмем сундучке, пошаримся. Так, добьем этого. Ох ты. Это опять этот убийца. Блин, что-то ветер нехилый. Да хватит бухать, козел. Ты задрал пить постоянно. Блин. Где ты? Иди сюда. Иди. Ох, нифига, я его просто снес. Волной любви я его снес. Опа, а вы тут что забыли? Совсем обалдели? Идите отсюда. Варик, что ты делаешь? А, что сзади кто-то есть? Успокойся. Успокойся, парень. Кстати, можем перебросить... сходить в черный магазин, купить бутылек и перебросить все наши скиллы. Допустим, удар Афиса. Точнее, это ж удар.
Да. Он не особо нужен пока что. Я не знаю, будет ли он нужен вообще. Ну, посмотрим. Здесь просто все не так легко, как кажется. Точнее, не так все просто. Он оглушает. А там по оглушенным врагам, по-моему, вот если раскачать этот скилл... А нет, это хрупкие цели. Хрупкие цели. Комбинировать просто можно. А, вот, допустим, хрупкие цели. То там скиллы сестры, по-моему, хрупко сделают. О, блин, куда я залез? А, по-моему, тоже это. Вот, вероятность хрупкости. Вероятность заморозки. Вот она, допустим, заморозила, они стали хрупкими. И подошли. Как? Долбанули все. Просто дэмэдж адский вылетает. Так, здесь ловушки. Подожди, подожди, Хоук, не беги. Ты видел сколько ловушек. Ладно, парень, а ты тут болтаешь. Он, правда, сейчас себя, по-моему, в щит какой-то скроет. Или вообще просто свалит отсюда. Боже, что это? Ой, это плохое заклинание, это очень сильное заклинание. Странный маг. Если бы я был бы храмовником, я бы был бы нехилый для него контр. Так, ладно, пока он в своем говне там покрыл себя неуязвимым щитом. Ну да, да, поможет он тебе, конечно, брат. Мне нравится бить ударом, они отлетают, а потом ты еще их косой догоняешь и добиваешь. Это очень эффектно и круто. Так, еще мы в одно время оглушили этого паренька. Она щитом его долбанула, я... Ну, гном, кого ты бьешь? Где моя сестра? Где моя сестра? А, смотрите-ка, моя сестра застряла вообще где-то там. То есть она в боях не участвовала. О, кстати, она книжку нашла. Замечательно, она в боях не участвовала. А не знаю, зачем бои... Ой, что за место? А... Здесь просто подтупливает искусственный интеллект. Уже куда я пришел? О! Вы просто как нашкодившие какие-то котята выбегали оттуда. Все, гоу. Я вас поведу. Своей дамской походкой. Так, Варик, давай. Теперь коротышка в бой вступает. Коротышка в бой, коротышка в бой. Кстати, показывали же ролик на E3 по поводу Dragon Age 3. Там и Варик засветился, и этот вот искательница. Теперь все наши враги, ну не все, а вообще враги. Так, бета не дружба. Теперь враги идут вообще с небес там. Такая, короче, ну прикольные. Мало, конечно, показали, там ничего по сути не показали, можно считать. Но главное, что она разрабатывается, по-моему, еще и на Frostbite. Это вообще будет шикарно. Идем. Давайте все его прямо сейчас. Right now. So I'm just saying, it's only fair. You sold my children. Maybe just you should be paying us. Скорее уж ты, дядя, должен нам приплачивать. Мы нашли завещание. Такой, мы нашли завещание. He forgave you, mother. Grandfather left you everything. Ага. Дедушка оставил все матери. I should maybe... Чувак, ты попал. To my daughter Leandra and all children born of her, the estate in Hightown and all associated revenues. Обрати внимание на ту часть, где Гамлин выделяет только пособие, чтобы он зависел от тебя. Gamlin, how could you? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is... It is. You didn't even come home. The twins were a week old. We all have our burdens. Спор. Неплохой спор. Was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? I doubt you let the ashes get cold. Вряд ли ты стал дожидаться бы, когда... I took care of father. I stayed. And on his deathbed... Look. I don't expect that. I'll petition the Viscount. You don't have the coin, or you've got to be someone in this. Then I had better get started. Окей. Давайте поболтаем с сестрой. Why don't you go pick up something at the market? You could use some air. What? Почему-то... Почему-то это выглядело вот как будто... Ну, смотрите, вот она его такая, знаете... I can't believe Gamlin stole mother's entire inheritance. Какие они красивые пальцы ей нарисовали. I mean, I can't believe it.
Так, ладно. That's the worst part. I would never turn against you. Я никогда тебя не предам. Вот я говорю об этом моменте. Это, кстати, этот доспех, он похож на гномий доспех. Я вспомнил, где его видел. Легионеры, по-моему, носили его в первой части. Ладно. Она так выставляет дядюшку, как будто, знаешь, типа, дядя, дядя, иди, не мешай, у меня тут с братом дела. Я такой думал, нихера, сейчас набросится на меня. Но нет, инцеста не будет, не ждите. Не знаю, не знаю. Они, да, и... Скорее, постижное там обещание. You know, when we went to look for that will, I thought we were doing it for mother, for what she lost. I didn't realize how much it would mean to me. Окей. To know I. Может, с Варлдесской историей они бы еще смирились, но вообрази, чтобы они знали, а точнее, ты такая зараза. I was just hoping it would be different this time. Here in Kirkwall. Ладно, я не буду все дословно читать. We're not running away again. We're coming home. Let's see if mother gets us that mansion. I don't want to call anywhere Uncle Gamlin home. Да, пожалуй, с Гамлином жить. Has he moved that bowl of porridge since we've been here? It's been a year. I can't even remember what it was like to have a place of our own. I might even take the circle if they'll give me a clean bed and my own sheets. Блин, ну все-таки все равно плохо, что нельзя обойти некоторые сюжетные повороты. Эй, а почему нам не дали ничего и там плюсы? Вот когда я магом играл, я со своим братом, я же был как бы злой, ну не злой, а такой суровый. Так, вот мне портрет дадим, который мы нашли. Короче, я был более грубым и постоянно с братом ссорился, говорил, хватит ныть, и это было тоже забавно очень. Ну, с сестрой мы как бы шутим, потому что я здесь шутник, да и не хотелось бы с сестрой ссориться, а вот с братом можно, почему бы и нет. I suppose it would have been a bit awkward to take it with her. I know she loved father. I guess. Okay, okay. I know that made it hard. It's nice to have a reminder. О, хорошо, хорошо, все. Все, Беттани, дружба плюс 15, все прям замечательно. Так, заказать яды и бомбы, хранилище. Что мы можем в хранилище положить? Мы можем вот это лезвие тупое положить. Разные кирасы. О, мы же можем потом этот шлем одеть. Да, и много чего другого. Пригодится. А теперь, пожалуй, валим отсюда. Собираем команду. А черт, мне там письмо пришло. Ё-моё. Костяная яма. Да, бесплатный сыр. Да, квест. Квесты хорошие, на самом деле. Интересные и прибыльные. Тот бесплатный сыр, он вообще нас наведет на нового сопартийца. Так. Сколько у нас баблинского? Давайте в верхний город пойдем. Купим себе пузырек этот, который даст нам технику. Нам нужна срочно техника. Потому что надо всех резать просто. Как собак. Бесплатный сыр. Так, сейчас, Хьюберт, я поговорю с тобой, но попозже. Сейчас мы весь мусор продадим. Потом вот эту всю фигню там попродаем. Блин, надо было, правда, посмотреть, может быть, кому-то б дали что-то. Так, ну ладно, это мы все продаем. Кстати, заметили, что единственный минус в тех вещах, они продаются вообще, как бы, можно сказать, бесплатно, поэтому... Они нужны только для стать характеристик. Так, чувствую, зря я продаю это. Это можно будет членам отряда поддавать. Так, а это мы, пожалуй, купим. Отлично. Мы себе приобрели способность. Куда-то не туда залез. Ага, и игра нам говорит, что парень, двуручное оружие ты пока что не прокачаешь, пока не апнешься. Берсерка тоже не могу начать качать, потому что я не 7 уровня. Заступник. Ого. Так, ну заступник я не знаю как-то. Это для танчения. Разжигатель войны и мастер боя. Вот, смотрите-ка, здесь просто есть... У мастера боя есть неплохие, кстати, скиллы. Так, вот это, правда, не знаю, что такое.